Это не подворот. Не подворот, правильно, закладанная руками, Кателина. Так, делаем. Это называется, это страховка. Сильно не упал. Там в конце старайся кинуть. Чтобы сильно не упал. Падай так, чтобы он не убился. А то твой бросок принесет нам боль. Вот так, поставлять руку можно и сломать. А вот так. Пять подворотов, один бросок. Пять подворотов, один бросок. Делаем. Вот так, молодец, Андрюха. Вот. Пять подворотов и здесь бросаешь, чтоб ты здесь бросал. Нет, через плечо. Через плечо. Через плечо. Подворачивайся, Макс, ногами. Макс, смотри, куда будешь бросать, чтобы ты делаешь. Плохо, видишь, он стоит. Ну что, стоишь сбоку. И вот так вот посмотри. И Саша отсюда идет такая линия. Ой, извини за этой линией. Потому что это как математика. Как... Да, очень сложно объяснить. Рассмотри. Я вот так вот. Посмотри, где моя рука идет. Там я. И там и я. Понимаешь? Отошли сюда, я просто второй номер делаю. Пошли, пошли, пошли. Учитывай. Раз, два. Настя, уходи в сторону. Настя, в сторону. Ты вот как вот делаешь? Ты делаешь вот так, да? Руку туда, это так. На бок вот так ложишься. А ты должна на плечо ложиться. Так, ты знаешь? Ты делаешь и вперед, но и в сторону. Нет. Вот ты опять на плечо ложишься. Да, Учукови, учукови и бросок, учукови и бросок. Здорово, как вы так научились с вами, когда были маленькие? Куда? Куда локоть? Под мышку? Можешь поймать. Под штуку? А вот поймать, как в волейболе. Поймать или сразу же? Нет, сразу не надо. Пусть она поймает и бросит, а ты посмотришь. И уж от этого будешь отталкиваться. Руки, вот так. Пытайся не просто поставить так, а схватывать мяч. Видишь? Он не подошел к моему лицу. Ты ей кидай снизу, она кидает от груди. Сейчас тебе покажу. Смотри. Руки держишь, держи руки здесь. Держи меня. Еще раз. Да, нога руки одна сзади. Вот отсюда. Ножки согнуты, ручки здесь. Готово? Ручку раз, отпустишь, хоп. Не держи здесь, чуть впереди. Ловишь мяч, раз, чуть-чуть сюда. Вот. Держи. А, возьми другой мяч. Кто это? Но! Я не вижу! Четыре и... Отлично! Только смотрите, смотрите. Делаете бросок, отсюда вытаскиваете соперника, да он падает, не надо его туда вколачивать. Чуть-чуть. Раз. О, видишь, он уже мертвый, блин. Падать не умеет. Матея! Что? Как ты упал? Да, но пытайся. Что? Бросайте его вверх. Вперед, встали, что вы сели? Ну вот прям, а надо вверх. Сюда. Мак, сюда. Разобрались по квадратам. Там, 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 там. Вот, вот, видишь, как мягко уже Будет весело. Ой. Не скажи, да. Надо... Да что я поднял?
принес. Я что сделал? Вот. Я ему ничего не сказал. Так не надо говорить. Это что? А ты знаешь, как? Хорошо. Считает. Кто не считает? Не слышу. Где удержание? Считай слух. Вот удержание идет по самбо. Раз. Считай. Два. Три. Давай переворачивай, делай. Переворачивай, Артур, что ты смотришь. Что ты? Получила лопатку удержание делает.
за ковром. Возьми его за ноги, затащи, удержи. Давай. Руку держи. Далеко, далеко. Побежи. Наоборот, вот это держи. Не надо болевой сейчас дело удержать. 20 секунд, потом болевой будет делать. 4 балла. Вот, Андрюха держит. Кто держит еще? Молодец. Андрюха лучше. Надо так разрешить. Матен. Артур, сюда ложишься. Головой сюда. На живот головой туда. Вот. Да. Еще раз. Посмотрите внимательно. Дальник, подожди. Посмотрите внимательно. Все ли смотрим на меня? Можешь встать и заправить. Можешь. Еще раз. Надо отсюда перевернуть противника. Значит, что вы должны сделать? Вы должны сесть. Раз. Два. Если есть возможность, вы пропускаете ручку. Захватываете, придерживание, не расслабляйте, не расслабляйте, вот. Захватили рука, перешли в эту сторону, потянули, оп, вот удержали. Еще раз. Здесь нельзя ставить руку, потому что он схватит за локоть и локоть разбирает. Значит, вот здесь, то есть чтобы он не схватил, вот здесь поставили. Раз. Пропускаем ручку, хоп, видите, да, хоп, захватил. Дальше что надо? Не на спину ложиться, колено, да, и отсюда раз, раз, здесь, перекоп и удержание. Еще раз. Как помогать сопернику? Даете захват, раз, но не сопротивляетесь полностью и не поворачиваетесь раньше, чем он начинает. Дальше вот и раз, 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 посмотрите. Идем ложиться мне на руку, руку разворачиваю, делаю удержание отсюда. Эта рука идет за голову и за дальним плечом. Понятно? Вперед, Миша, Саша, вы и ты. Хорошо. Еще 50 бросков. Эй, 50 бросков, там. Хорошо, переворот. Стоп, стоп. 53, 51, прыжки. Да, пускай. О. Давай, 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 давай. Слух пусть считает. Дали? Пусть слух считает. Слух. Слух. И погромче. Сначала 53, 51. Только она считает. Считает, Настя. Не слышал? Громче. Ну я не вижу. Я не. Эй! Мне не надо 20 секунд держать. Перевернул в другую сторону. Ты не защищайся. Ты не защищайся, ты ему помогай, это отработка. Это отработка, это не борьба. Ногу убери! Эй! Ну! Сашка, держать.
Семенёк, тащи. Тащи. Руку по голову. Вот так. 5 секунд и все отпускаем. Сашенька, Сашенька, колени, шнур. Еще раз. 46. Матей! Матей! Так. Ложись на живот. Сядь сверху. Шендрия, Миша на живот. Сядь сверху. Андрюха на живот. Сядь сверху. Артур на живот. Сядь сверху. Вы видите, да? Что идет? Ногой она сможет. Не-не-не-не, сейчас не надо, то не там это борется. Значит так. А ногой? Ногой. Сейчас, сейчас. Еще раз. Ваша задача перевернуть. Захватить руку и перевернуть то, что я вам. А он защищает. Стоп. Стоп. Вы даете руку взять. А вот перевернуть то, что-то для нас, то вы защищаете. Готовы? Хаджи. Боремся. Дай мне перед сюда. Я с ним чёрт делал. Я там, я ещё. Ну, Саша, держи. Отойди в сторону. Настя, вот сюда. Что с тобой? Что с тобой? Я сказал, давай. Как тебя? Смотри. Мяч, свободная нога, не пальцем, не вот так. Ещё раз не пал. Как останавливаться? Можно вот так поставить? Ставили так, а можно вот так. И хотели. Остановил и передал. Давай. Матей! Баскетбат номер 1. И сразу захватывает руку. И сразу руку. Взял руку. Взял руку. Взял руку. Миша, взял руку или нет? Взял. Внимание. Хочу перевернуть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще надо грудью коснуться. 10. Матео. Мяч остановить. Одной. Поменялись. Баскетбат. Номер 1. Готовы? Взяли захват за руку. За руки. Хатина. Давай. Миша, перевернулся на него, ты сами делай. Вас делай. Нормально. Нормально. Ты? Не надо так сильно бить. Эй, боец. Боец. Андрюша, команда Мате повернуться ко мне лицом. Еще раз, сейчас в исходном положении вы вот так возьмете вот так захват. Вы сможете одну руку вытащить и перевернуть в эту сторону. Взять эту руку, перевернуть в эту сторону. Дальше. После того, как идет команда Хаджиме, для того, чтобы тебя не перевернули, что ты должен сделать? Что с рукой ты должен сделать? Возьми мою руку. Вот. Взял, да? Взял, да? Посмотрите, если он хочет меня сюда перевернуть, руку выпрямить. Еще раз. Раз руку выпрямил, ему будет тяжело. Приготовились? Один переворачивает, один защищает. Внимание. Переворачиваем.